Здорово всем, кто любит погонять и пожечь бензин. У нас на экранах Road Fighter из рубрики «Краткий, но значимый» или «Значимый, но краткий», как угодно, неважно. Главное, что это было весело. Мы играли в эти игрушки постоянно, причем это было очень здорово. К сожалению, на двоих нельзя играть, но можно играть одному и выбрать первый уровень, либо второй. Давайте же начнем сразу же с первого. Konami, Konami, все гениально и просто, все сказано одним словом «Konami». Поехали! Курс первый. Что мы видим? Мы видим, конечно, машинки с видом сверху. Так. Поехали! У нас есть основная скорость. Вот она, основная скорость мы набрали, и больше он быстрее не едет. Но есть вторая скорость. Мы разгоняемся и едем на максимальной скорости. Можно, конечно же, обратно снижать скорость, и надо обязательно хватать машинки с бензином, чтобы наша колымага не заглохла по пути до финиша. Нам нужно добраться до флажка, до голубого. Так, бензик, бензик, бензик. Мне нужен бензик. По пути попадаются нам масляные пятна разные, лужицы, люки дырявые, что-то еще, по-моему, будет потом в следующих уровнях уже. Вот эти вот вредные тачки красные, которые нас постоянно норовят сбить. Есть такой. Так, вот тут надо как-то так тактично, аккуратно. Мочим грязь, давай. Ох, я успел. Можно, конечно, можно сбавить полностью скорость, и машина ваша не повредится об бортик, да, об бордюр. Так, отлично, собираем. Вообще, локаций здесь много, они все разнообразные. Достаточно красиво играть в эту игру. Жалко, что не было на двоих режима. Вот это вот было, конечно, печально. Ох! Так, что у нас по интерфейсу? Интерфейс, вы знаете, что в левом верхнем углу у нас находится флажок, до которого мы должны доехать, наша фигурка непосредственно, где она находится на расстоянии от этого флажка. И, конечно же, внизу старт. Справа очки, скорость текущая и наш бак. Есть чекпоинт, мы продвигаемся дальше. Доехали мы с вами до конца. Второй этап, я удивлен. Честно говоря, я помню, мы играли, но это было адово. Я не знаю, как мы в это играли, конечно. Так, главное, чтобы не попасться красным машинкам. Так, отлично. Вот видите, мы едем теперь по мосту. Все очень просто сделано, очень просто, но она чем-то затягивает. Есть какой-то антураж определенный у этих игр, как Ice Climber вот в прошлом выпуске я вам, да, показывал. Также и Road Fighter, то же самое. Ох, синие машинки, конечно, смещаются в одном направлении, а красные начинают именно форсить. Также попадаются грузовички. Есть вот такие машинки синие, которые постоянно двигаются. Красные только в одном направлении сдвигаются, и все. Подлец, я успел. У нас крутая тачка, кстати, да, скоростная. Так, можем развить выше скорость. Чё ж мы как черепахи-то плетёмся? И тут же мы разбиваемся. Не гоняйте, ребят, на дорогах. Не надо этого делать. Да что ж такое-то? Бензин у нас тратится, даже если мы не едем. Как она жрет у нас бензик-то наш, а? На холостом поедает сразу ведро. Ведро 98-го. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, я успел. Так, сейчас мы едем на мосту. Да что ж такое? Кстати, можно бодаться, Так, главное доехать до финиша сейчас мне. Так. Да что ж такое? 8. Я успею. Пусто. Я не успел, ребята. Печальный гейм-овер, сразу же нам прописали за это. Но это не страшно. Начнем тогда второй уровень, раз я не смог поступить иначе. Курс первый, хорошо. Левел 2 называется. Так. Ну что? Let's go! Поехали, давай, чё как черепаха стоишь. Едем в каком-то лесу. Лес, дорога посреди леса какого-то, я не знаю. Оформление, конечно, очень простецкое, Бодаем всех, можно их сбивать также, но это не всегда получается. Вот типа такого делаем, да. Вот это, кстати, здорово сделано. Сейчас попробую я сопротивляться вот так вот. Нет, сопротивление бесполезно. Выносят в хламинос просто. Так, хорошо, где там у нас топливо было? Топливо-то кончается, топливо неумолимо кончается. Тихо. А вот лавировать можно, интересно? Я не помню, честно говоря. Как-то мы в это играли, а? Но это было здорово. Можно часами проводить за этими игрушками, вот за такими, которые краткие, но значимые, да? Как я уже 100 раз уже сказал, наверное. Но интересно, мне нравится такой ход. Так. Ну, понеслась. Топливо. Ну, я же тормозил, ну. Дома. Успеем? Нет, к сожалению. Да, ну с такими темпами мы точно не успеем. Это очень печально, но тут ничего уж не подел... Так быстро кончился бензин! Воу, empty!
Итак, я предлагаю еще раз, наверное, попробовать еще раз пройти первую карту, левел 1. По-моему, второй левел — это сложность, насколько я знаю. Difficult, да? Ну, еще раз попробуем. Курс первый. Маршрут первый. Маршрут, я говорю, курс. Курс лекций только бывает. Но хотя по курсу тоже можно ехать. Так, попробуем. Разгоняемся. Пошустрее. Не будем терять времени. Собираем бенз. По возможности, конечно, но вот он. Есть такое дело. Так, пока машин мало. Красных очень мало. Синих тем более. Подлец. Но я успел. Я крутой Кент. Я сразу вспоминаю почему-то, знаете, какой кино? «Рыцарь дорог» сериал был, помните? Кто помнит, ставьте лайк, конечно же. Это был замечательный сериал. Я прям балдел, смотрел этот сериал. Будучи уже, конечно, не в таком детском возрасте, но он мне нравился все равно. Смотрите, машины стоят, бассейн во дворе какой-то, или что это, лужицы какие-то, да? Воу! Так, 63, топливо 63. Пока что показатель у нас в порядке. Так, ну что? Понеслась, что ли, дальше? Едем. Даже тени у машинок есть. Смотрите, как это здорово сделано. Простая до безумия игра, как вы уже сами... О, Супермен! Обгоняем Супермен. Кстати, был такой миф, бытовал, что если пройти ее до конца, то покажут вас с кубком, да? Как будто бы. Честно говоря, я что-то в это не особо верю. Ну, кто знает, кто жил в то время, тот может знать, что были такие мифы, обязательно они, без них никуда. Были такие мифы, что по определенной игре можно пройти там до конца, она очень сложная, но ты если пройдешь до конца, то тебе покажут какой-то мультик или что-то будет такое необычное, какой-то бонус-этап или какая-то прокачка, как будто бы будет что-то такое. Я вот помню моменты такие, ну, может быть что-то и есть, но я не знаю, никто, по-моему, у нас таким смельчаком не был. Я даже принципиально не стал проходить эту игру до конца. Сейчас-то не особо получается, да, у нас? Но поехали. Так, сейчас попробуем разогнаться побыстрее. Где там Супермен? Супермена бы перегнать. Вот, по-моему, что-то должно появиться, когда перегоняешь Супермена. Что-то есть какой-то от этого толк. О, грузовик! Так, давай, мы мчимся. Мчимся, как стрела. Как пуля по дороге. Да, как пуля по дороге, это, конечно, звучит. Пуля по дороге, это что-то новенькое. Пуля по дороге. Ай, Наталья, морская пехота, блин, так. Так, на мосту мы, да, зафейлились в прошлый раз, я так помню. Попробуем. Да ядрит твой налево, а. Ну да, налево и врезался, что. Все верно. Так, бенз. Нам нужно топливо, больше топлива мне, родину за топливо. Не, нифига. Так, ну хорошо. Успею, нет. Мазафака, не успел. Опять на мосту зафейлился. Ну что, ребят, на этом я с вами попрощаюсь. Вот такая вот замечательная игрушка. Маленькая, коротенькая, но значимая, опять-таки. Приятно провести время вам в таких играх. Спасибо за просмотр. Это был Road Fighter. Пока-пока.